Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня 6 июля. Мы продолжаем опыт по применению удобрения Натурамин вместе с Алгавел Плюс на растениях огурца. Неделю тому назад мы здесь были, первое опрыскивание проводили. Кстати, тогда мы заметили, что на растениях была белокрылка, поэтому первое применение нашего вот этого комплекса удобрений было вместе с инсектицидом. Поэтому, как видите, сейчас вот растения не получили стресс, вот как видно. Никакой белокрылки нет, ничто здесь не летает, ни трипсов, ничего. Инсектицид хорошо сработал. Как видите, растения сейчас неплохо выглядят, цвет листьев хороший. Ботва нормально развивается, вегетативная масса. Вот сейчас уже подготовили раствор. На такой 20-литровый опрыскиватель у нас идет 15 грамм натурамина и 20 миллилитров Алгавел Плюс. Уже сейчас готов раствор. Сейчас мы проведем второе опрыскивание и будем следить за тем, как будут дальше развиваться наши растения здесь. И там последние две грядки, как я говорил раньше, мы оставили, они будут у нас контрольные. Они не будут опрыскиваться этим удобрением. На это все. Спасибо за внимание.